Друзья, всем Маткульт привет! Давненько я не брал в руки тетрадки моей дочери, ученицы уже, как вы догадываетесь, не 5 а 6 Т-класса 444-й школы. У нас была такая рубрика замечательная: а именно разбор задачи из спецматематики Светланы Саватеевой. Мы эту рубрику будем продолжать. Небольшая пауза связана с безумным семестром, в котором э, я сам, как идиот, принял такое количество приглашений, что пришлось ездить каждую неделю в несколько городов. В результате и здоровье все поломал. Ну, слава богу, поездки прошли великолепно. Но, но мы отстали от плана, да? Мы отстали, сейчас уже декабрь. И мы только начинаем. Но вот открываю я страничку. Вот здесь еще группа 5Т. А здесь уже группа 6 класс. Итак, что у нас будет в планах? Тут задачи разного вида. Первый вид называется разнобой. Это значит, нужно вспомнить, что было в том классе, да, в пятом. Бывает два вида заданий. Первый вид называется разнобой. И разнобой теперь, он для тех, кто как бы сильно успевает, и для тех, кто немножко не успевает. Разные. Разнобой называется для убегающих, и, раз... и разнобой для догоняющих. И эти разнобои, естественно, на закрепление материала, пройденного в пятом классе и раньше, их стало очень много. И это хорошо, потому что закреплять материал это очень важно. И, собственно, новые темы, из которых большинство были связаны, в общем-то, с мастерством решения олимпиадных задач. Ну и вообще, в общем, математических приемов. И одна последняя тема, нет, целых две темы. Две темы связаны с глубокими математическими концепциями. Значит, вот темы предельные конструкции, «Неравенство в задачах, эм, оценка плюс пример. Это вот все для, так сказать, для повышения мастерства олимпиадных задач и, в принципе, решения задач по математике. Разные подсчеты еще вот такой был. И два очень идейных, две очень идейных рубрики «Инвариант» и «Степень вхождения». Не рубрики, а это два очень идейных тематических выпуска. Это «Инвариант» и «Степень вхождения». «Степень вхождения», на мой взгляд, сильно преждевременно им дали, никто ничего не понял. Но если ориентироваться не на шестой класс, а на девятый, то это, наоборот, очень круто. И там такие задачи, что один из, листочков, один, один из наших выпусков Будет целиком посвящен теме степень вхождения. Это будет серьезное погружение в теорию делимости. Ну, а сейчас мы пробежимся, значит, для начала мы по пробежимся по простым э, задачам и немножко более сложным из разнобоев. Вот, значит, итак, шестой класс, первый выпуск, а подряд он какой-то 12 по-моему, или 13 уже идет. Это мы поглядим. Итак, первый разнобой для убегающих, первая задача явно дана для того, чтобы дети встали 1 сентября и сказали, а что за математика такая, да? А я все лето пробегал, а я все лето купался в Байкале, а я все лето там это, то, все, горы там, книги, не знаю. Вот, не дай Господь, кто-то вообще просидел в смартфоне, да, все лето, не дай Господь такого. Ну, в общем, забыли математику. И вот 9 детей за круглым столом, Сели есть булочки из корзины, да? Забыли математику, пришли едят булочки из корзины. 9 детей за круглым столом. 5, 6, 7, 8, 9. Вот так вот. Каждый заявил, что съел либо на одну булочку больше, либо на три булочки меньше, чем сосед справа. Могли ли все дети сказать правду? Так, ну нажимайте на паузу, хотя можно Наверное, сразу эта задача устная. Кстати, да, часть задач, которые я зачитаю, я не пытался решать дома. Мне казалось, что они очевидны, а часть они казались мне сложными, и я их дома предварительно решал. Возможно, будет понятно, какие к какому типу относятся в процессе разбора. Но здесь э, ничего не надо даже пытаться решать, тут сразу все понятно. Э, предположим, что все дети сказали правду. И, например, вот тут сидит Иван Иванович, и он съел четное число булочек. Продолжать или больше не надо продолжать? <свят> ну ладно, я продолжу, хотя уже все очевидно. Вот, значит, если он съел на одну больше или на три меньше, чем сосед справа, то сосед справа в любом случае должен был съесть нечетное число булочек, для того, чтобы это было правдой. А этот съел на одну меньше или на три больше, ой, на одну больше или на три меньше, чем сосед справа. А в свою очередь, в том случае, если этот съел четное число булочек. Ну и так, как бы мы получаем, вот как бы: что вот так вот нечетное, четное и нечетное. И приходим немедленно к противоречию. То есть тот, кто вот, э, вот этот сосед, он съел четное, но с другой стороны, если все сказали правду, то он съел нечетное. Противоречие показывает, что кто-то соврал. Так, ну это мы встряхнулись, да? Это задача из серии абсолютно очевидно сразу. И мы немножко встряхнулись. Следующая задача. Эм... Видимо, была призвана э, для того, того предложена, чтобы вспомнить концепцию площади. Итак, ситуация такая: прямоугольную полоску длины 16 э, разрезали на две полоски длин 9 и 7, а потом эти две полоски положили на стол, так что они, э, как бы это сказать, друг на друга захлестнулись. Сдвинули, да, то есть вот была полоска, ее, хоп, и сдвинули. Вот, и теперь, значит, когда они стали вот так наложены друг на друга, э, известно, что площадь части стола покрыта только левой полоской, равна 27, а только правой 18. Ну и, как вы догадываетесь, нужно найти вот это. Очень мне понравилось условие, э, оно изящное, понимаете, оно вот, Классная. Тут не надо вообще ничего, ничего не надо писать. Можно просто нарисовать картину и, значит, задать вот такой вопрос. Все. Это прямоугольник, да? И вот у нас такие вот начальные данные. Ну что, давайте попробуем. Что мы должны сделать, чтобы найти эту площадь? Ну, на наверное, надо, надо вот это перекрытие, да, нужно как-нибудь обозначить длину перекрытия длину перекрытия. Ну еще у нас будет высота, которая, забегая вперед, сократится. Но пока пусть она будет. Вот. И в этом случае мы можем все выписать через переменные. То есть это такое напоминание, как работать с буковками. Так, нажимайте на паузу, хотя на самом деле я очень много, много из как это подсказки уже подсказки даны уже тем, что я что-то как-то обозначил. Ну и вот у меня получается, что если это от t, то это 9 минус t, а это 7 минус t. И выходит, что с одной стороны 27 это 9 минус t умножить на h, на высоту, да, площадь вот этого прямоугольника равна 27. А с другой стороны 18 равно 7 минус t умножить на h. Ну и, в общем, конечно, здесь хочется просто разделить, чтобы h ушло. Высота ушла. Вот. И если высота уходит, то тогда мы получаем 27 на 18, это полтора, да, полтора равно 9 минус t делить на 7 минус t. Ну или 3 вторых, мне всегда удобнее обычные дроби. Вот. h ушло и получилось соотношение на на t. Получилось соотношение на t. И что же оно дает? Что трижды 21, короче, минус 3t равно 18 минус 2t. Вот. И все. t равно 3. Вот. То есть мы уже знаем перекрытие. Вот это вот перекрытие 3, а это осталось 6. Ну и значит это вдвое меньше. Вот, то есть x двое меньше, чем эта площадь, раз здесь 6, здесь 3. Вот, то, соответственно, нужно 27 разделить на 2. 27 пополам. Это ответ для этой площади. 13 с половиной. Вот такая задачка для разогрева. Ну ладно, типа вы скажете сейчас мне, мы сюда явились не элементарщину какую-то слушать, мы тоже тут не идиоты, да, Саватеев? Да что-нибудь посерьезнее. Да, сейчас дам. Сейчас дам. Пойдем дальше. Что же дальше нам? Далее. В первом листочке, во втором. Так. А, второй листочек уже называется предельные конструкции. Про него будет специальный выпуск. А мы пока пройдемся по другим разнобоям. По другим разнобоям. Так, давайте откроем следующий разнобой. О, так. Ага, прекрасно. Прекрасно, прекрасно, прекрасно. Мы сейчас будем в лед решать одну задачу. Я ее не решал, и мы ее решим в лед с вами. А, найти все натуральные n, для которых выполнено равенство, найти все n, для которых n умножить на 1 факториал плюс 2 факториал плюс 3 факториал плюс так далее плюс n факториал равно n плюс 1 факториал. Позволю себе эту задачу решить в лед. Надеюсь, что у меня получится. Так. Кстати, потом, когда мы порешаем еще некоторое количество задач, я вам дам на дом трудные задачи, которые, сходу я решить не смог. И решил, что я их оставлю, а потом когда-нибудь разберу сам э, на канале в другой какой-нибудь другой раз. Вот. Но это будет в конце. А пока давайте решать. Ставьте на паузу и думайте. Отжимайте и смотрите. n плюс 1 факториал это n плюс 1 на n факториал. Не поспоришь. Потому что факториал это произведение подряд идущих. Итого у меня получается, что когда я вот здесь сокращаю n там на 1 факториал плюс так далее плюс n минус 1 факториал, Прибавить n на n факториал, а справа n на n факториал плюс n факториал. Хоба, хоба! Все сократилось. А здесь n на 1 факториал плюс так далее плюс n минус 2 факториал плюс n на n минус 1 факториал. И справа n факториал. Хаба и хаба. Итого вот это равно нулю. То есть этих слагаемых не было. Вот так. То есть, э, только для тех, n это возможно, для которых нет вот этой вот части, все начинается. С минус 1, да, но у нас натуральные натуральные числа. У нас все начинается с n минус 1, но с другой стороны у нас все начинается с 1. Значит, соответственно, n минус 1 равно 1. Вот. А, и это, значит, ли, либо вообще, да, либо вообще, а, либо вообще n равно 1. То есть, либо n минус 1 равно 1, либо n равно 1. Как только n равно 3, уже все, у нас написано n умножить на 1 в t плюс 2 в КТЛ плюс 3 в t равно чему-то. И уже будет одно слагаемое, которое должно быть равно нулю То есть ничего не получится. Поэтому ответ только n равно 2 или n равно 1. Ну давайте это проверим. n равно 2. Что здесь написано? 2 умножить на 1 плюс 2, то есть на 3, равно... 3 факториал 2 3 равно 6. Все верно. n равно 1. Написано 1 э, умножить на... Так что? А, правильно! Правильно! Ответ неверный. n равно 1 не годится, потому что когда я здесь сократил, первый раз... Я потом сократил второй раз, предполагая, что это второе слагаемое существует. А если бы его не существовало, я бы уже сокращать не мог. Поэтому n равно 1 тоже не подходит. Значит, остается ответ только при n равно 2. Ну давайте теперь я, так как я решал это в лед, то давайте я расскажу более формальное решение. Формальное решение такое. Проверим при n равно 1, не подошло он. Проверим при n равно 2, подошло. Теперь докажем, что при n больше или равно 3 не подойдет. Предположим, что n больше или равно 3. Тогда вот эти вот действия, которые я сделал, они являются правомерными. При n равно 3 и больше, они правомерны. И мы видим, что вот это вот все вместе должно быть равно нулю. Но при n больше или равно 3 это никак не равно нулю, потому что здесь есть как минимум одно слагаемое 1 факториал умноженное на 3. А если n больше 3, то 2 слагаемых и так далее n минус 2. Короче, здесь n минус 2 слагаемых. При n больше равно 3, n минус 2 это положительная величина, поэтому слагаемые здесь есть, поэтому их сумма не равна нулю. И, следовательно, при n больше равно 3, равенство это быть выполнено не может. А при n равно 1, оно просто не, ну, проверяемо неверное. Так что ответ n равно 2. Отлично. Что, движемся дальше? Пройдемся еще по разнобойчикам. Сейчас поведергиваем задачки еще какие-нибудь из других разнобоев. Вот. Самый крутой разнобой последний, который я решал на лыжах, не поверите. Я, значит, э, на лыжах фигачил, значит, по Измайловскому парку и решал разнобой. Но на самом деле, мы уже со Светами решаем это совершенно параллельно. Э, начиная с этого года я ей практически не помогаю. Вот. И Поэтому я просто дорешиваю то, что у нее там не удалось решить и сдать. Но мне это интересно, поэтому я дорешиваю сильно позже, чем срок прошел уже. Вот, задачи классные, прям, я не знаю. Спасибо по Попову, что он меня тренирует математики за шестой класс. Уже после того, как Света все сдала, я продолжаю это все решать. Так, ну замечательно. Значит, второй разнобой. Так, эта задача простая и не очень интересная. Так, ты дым, ты дым, ты дым, ты дым. Так. Ага. Да. Вот это неплохо. Это неплохо. Это мы разберем. Петров забронировал квартиру в доме новостройки, в котором пять одинаковых подъездов. Изначально подъезды нумеровались слева направо. И квартира Петрова имела номер 636. Это в точности длина озера Байкал в километрах. Потом застройщик, это здесь не написано, это я добавляю, потом застройщик поменял нумерацию на противоположную, справа налево. Тогда квартира Петрова стала иметь номер 242. Сколько квартир в доме? Порядок. Э, нумерации квартир внутри подъезда не изменился. Снизу вверх. Ну, видимо, снизу вверх. Ну, нормальный человек снизу вверх вообще. Их, <laughs> Вот. Итак, 636 и 242. Нажимайте на паузу и думайте. Такая, как это сказать. Ну, конечно, она очень простая, но она вот с изюминкой, да. Итак, вот. 5 одинаковых подъездов. Значит, нам нужно понять. Первым делом, да. В каком подъезде находилась его квартира в начале, да, когда нумерация была э, слева направо. Ну и тогда понятно, в каком она находилась потом, и тогда мы уже все э, сможем восстановить. Да, слушайте, это прям великолепная задачка. Просто великолепная. Сейчас мы ее с вами аккуратно разберем. Она для совсем детского сада, тоже она очень простая. Но тем не менее, значит, смотрите. <кхм> а, давайте э, прежде всего заметим, что если слева направо 636, а справа налево 242, значит слева направо подъезд имеет строго больший номер, чем справа налево. Но это оставляет нам только два варианта. Вот эти вот. И это, и это. Потому что уже начиная с этого, тут одинаковая была бы квартира номера. Здесь было бы больше здесь, чем там. Поэтому подъезд у него либо номер 4, либо номер 5. Вот я утверждаю, что он номер... Как думаете, какой? Правильно. Я утверждаю, что он номер 4. Почему? Предположим, что он номер 5. Тогда э, всего квартир в первых четырех подъездах, да, сейчас, сейчас, значит, так, сколько квартир в первых четырех, значит, если он в номере 5, имеет номер 636, э, сейчас я хочу сказать, что это слишком много, да, Правильно, если он был в номере 5, то сейчас он в номере 1. Если он в номере 1, то подъезд, в подъезде не менее 242 квартир. То есть от противного. Предположим, что его квартира находится в последнем подъезде и имеет номер 636. Тогда после пере, пере, значит, перенумерования справа налево, она, эта квартира будет в первом подъезде. И значит, уже в первом подъезде она имеет номер 242, то есть уже в первом подъезде, а во всех подъездах одинаковое количество квартир, у нас не менее 242 квартиры. Но тогда, когда мы слева направо бы нумеровали в начале, было бы здесь больше или равно 242, тут больше равно 242, тут больше равно 242. И, извините, это уже в сумме больше, чем 636. Поэтому у него никак не могла бы здесь быть квартира 636. Она была бы гораздо более высокого номера была. Поэтому гипотеза о том, что у нас квартира в подъезде номер 5 она приведена к строгому формальному противоречию. И значит, мы точно знаем, что его квартира находится в подъезде номер 4. И теперь получается такое уравнение. Три раза на количество квартир плюс какая она по счету э, в этом подъезде, это 636. А один раз на количество квартир, это когда справа-налево, плюс какая она по счету в своем подъезде равно 242. И вот это очень красиво, потому что, видите, что спрашивается, спрашивается, сколько квартир в доме. Мы при этом совершенно не знаем, какой номер внутри своего подъезда она имела, пока не знаем, но мы это тоже сможем узнать. Вот, вычитаем и получаем, что t сокращается и 2l равно 636 минус 242. Так, 4, 9, 3. Не ошибся, нет? У меня бывают глюки с устным счетом. Стараюсь, чтобы их не было, но бывают. Вроде все правильно. 394. Значит, L. Количество квартир в одном подъезде равно 197. А что нас спросили? Сколько квартир в доме? В доме, значит, 985. Квартир. Это 197. Умножить на 5. Вот так. Э, ну что, вот такая вот прикольная задачка. такая вот прикольная задачка в разнобое для убегающих. Так, следующую я сходу не решила. Она тут отмечена кружечком, значит, света решила и сдала. Ну да. Да, собственно, дети взрослеют. Мишины задачи я уже, в принципе, не решаю никакие. Скоро и Светины будет Света лучше меня решать, что же тут делать. Но в теоретических, в теоретических занятиях я еще буду некоторое время, конечно, сильнее. В теоретических, таких как листочек, значит, листочек, который называется степень вхождения, в нем, конечно, да. Так... Так, эту я дам на дом тоже. Я сейчас дам... Я в конце дам несколько задач на дом, трудных. И разберу их в другой раз, когда сам решу. Так. Дальше. Ну, разнобой до, для, для догоняющих мы не смотрим. Так, листочка инвариант пропускаем. Инвариант пропускаем. Я думаю, что мы склеим инварианты какой-нибудь из этих самых. Так, оценка. Может, оценку плюс пример. Вот у нас... Так, еще два разнобоя. Еще два разнобоя. Да. Сейчас поглядим. Что-нибудь из этого разберем. Так. Ага. Так. Угу. Нет, эти. Эти слишком... Эти слишком сложные это слишком сложные задачи. Поэтому мы разберем задачу, которую я вчера, позавчера на лыжах решал, 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 задолбался, но все-таки решил. И формулируется она так. Петя и Вася играли в игру. Они заполняли все клетки, извините, таблицы 100 на 100 цифрами. Значит, суть была в том, что потом эти строки и столбцы будут читаться как стозначные числа. Поэтому правила такие, что 0 вот здесь запрещен везде. В первом. Столбцы и первой строке запрещены нули. А в остальных можно ставить любые цифры. То есть в первом столбце и первой строке можно ставить цифры от 1 до 9. Вот. А в остальных что угодно. Еще запрещено ставить туда, над, над которым ничего нет. То есть, э, значит, игра ведется так, что берется некоторый столбец. И вот если он докуда-то заполнен, то своим ходом можно сюда вставить любую цифру. То есть э, только строго под. Уже заполненными э, вхождениями. Но, например, если это столбец 45 там, вхождений, ты пишешь 46-ю, а можешь начать, например, новый, где еще ни одного вхождения нет, начать тогда с самого верха. Если где-то 3 есть, четвертый можешь поставить. Ну, вот такая вот такая игра. И начинает Петя. Цель Пети: чтобы в конце этой игры среди 200-значных чисел. Помните, да, про то, что 0 нельзя писать в начале. Поэтому будет 200, 100 значных чисел, 100 по горизонтали и 100 по вертикали. Так вот, среди них было хотя бы два простых числа. Цель Васи – не допустить этого. Кто выиграет при правильной игре? Нажимайте на паузу и думайте, 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 думайте. Не знаю, как вы, а я думал час. Но ну, я, правда, думал в уме. Я бежал на лыжах и думал, бежал и думал, бежал и думал. Ну и, конечно, первое, что мне и вам, наверное, тоже пришло в голову, это то, что стозначное число на простоту проверить нельзя. То есть здесь, как бы это сказать, здесь очевидно, что выиграл второй. Но если бы первый выиграл, нужно было бы доказывать, что он может создать то значное число, которое будет на проверку оказываться простым. Но эта проверка, она занимает такое количество времени, что уж точно в шестом классе быть дана не может. А вот предотвратить простоту, есть один очень хороший метод, называется сумма цифр. Или последняя цифра. Цифр или последняя цифра. И это намек. Если Вася в каком-то столбце или какой-то строке добивается суммы цифр, делящейся на 3, то в этой строке и в этом столбце, соответственно, или в этом столбце Петя уже проиграл. Ну, то есть в, этом, в этой строке и в этом столбце он не может рассчитывать на простоту. И с другой стороны, если в конце стоит не 1, 3, 7 или 9, то тоже простоты быть не может. Числа стозначные, да, оканчивающиеся на 0, 2, 4, 5, 6, 8 и 9… и 0 0, 0, 0, 2, 4, 5, 6 и 8 простыми быть не могут. Даже двузначные уже не могут. Вот, соответственно, э, Вася должен действовать так, чтобы сумму цифр каждый раз делать делящиеся на 3. А если это последний столбец, еще там в некоторых моментах есть дополнительный инструмент, Называющаяся последняя цифра. Теперь я хочу заметить, что если мы завершаем какой-нибудь столбец или какую-нибудь строку. Ну, на самом деле, нам будет нужно завершать строку. Если мы завершаем какую-то строку в последней клетке, все остальные заполнены, и мы, это Вася, то мы можем одновременно сделать сумму цифр делишься на 3, а последнюю цифру четный. Более того, если мы завершаем вот этим ходом вот этот столбец и эту строку, то поставив здесь четную цифру, мы уже гаран... да, мы можем поставить здесь такую четную цифру, чтобы нарушена была простота и этого, и этого числа. Из-за четности вот этого а из-за суммы цифр, делишься на 3, вот этого. Для этого здесь надо выбрать одну из цифр 2, 4, 6 просто и все. И, и, и поставить. Ту, которая в сумме с остальными дает нам число, а, делящееся на 3. То есть всегда можно выбрать, а, если вот я посчитал остаток от деления на 3, у остальных 99 цифр в сумме, вот, то, соответственно, либо прибавив 2, либо прибавив 4, либо прибавив 6, я получу число, делящееся на Я всегда могу выбрать из этой тройки. И заодно сделать вот это вот последнее число заведомо составным. Это все пока предварительное рассмотрение. А теперь стратегия Васи. Все, открываю все карты. Вы можете еще раз нажать на паузу и теперь выдумать сами стратегию. А я открываю карты. Итак, стратегия Васи состоит из двух частей значит всегда ходить под Петю, как-то нехорошо не звучит, всегда ходить под Петю, да? Если это, значит, так, всегда ходить под Петю, если это в прямоугольнике, 98 на 100 верхнем. Вот. Вот в этом. Всегда ровно под местом, куда пошел только что Петя. Просто достраивать его вертикальные столбики вниз. Чем угодно. Вот здесь, чем угодно. Вот в этом прямоугольнике, абсолютно чем угодно. Это первое. То есть пока э, Петя выстраивает вот здесь, вообще вы вуз не дуя, а просто пишите любые цифры внизу. Это будет совершенно неважно потом. Далее <tuber> по Dude, всегда достраивать столбец до суммы цифр. Делящийся натрий, если это последняя клетка столбца. Вот. И, и в дополнение. Если это последняя клетка последнего столбца, последнего столбца, то четной цифрой четной цифрой так а, значит и это еще не все и значит здесь пишем так а вот вот да вот здесь здесь давайте здесь поставим звездочку вот такая вот здесь звездочка звездочка да маленьким шрифтом как в договорах звездочка кроме случая завершения строки итак стратегия Васи в верхнем чемодане всегда ходить под Петю чем угодно, кроме случая завершения строки. Что значит случай завершения строки? Это значит, что Петя открыл 99-й э, столбец своим ходом. Вот он открывает столбцы, вы продолжаете. Если он продолжает, вы продолжаете. Если он открывает новый, вы продолжаете. Он открывает еще один, вы продолжаете. Он продолжает, вы продолжаете. Если он пооткрывал все столбцы. И сейчас осталось 2, и он открыл 99-й столбец, то здесь наступает звездочка в вашем правиле, в вашем законе. И вы вместо этого пишете, что в этом случае закрыть строку, естественно, с делением суммы цифр на 3. То есть последнюю. Цифру строки дополнить так, чтобы вся сумма делилась на 3. Ну, здесь можно 1, 2 или 3 взять, тут неважно. Вот. А, значит, теперь нужно понять, что эта стратегия правильная в смысле осуществимая. Значит, что здесь сказано? Вот э, сказано, что, ну, пока все понятно, да, то есть вот пока вы в этом чемодане, вы делаете либо ход под Петю, если э, его предыдущий ход не привел к 99 заполненным этим самым в строке. Он не может быть, что приведет проект 98, потому что вы никогда самостоятельно начинаете новый столбец. Никогда. Ни при каких условиях. Вот. Но если он поставил 99 а, значит, эту самую в эту строку, то вы сотое вхождение тоже ставите. Теперь внимание, а почему получится так всегда, если вот, ну, дальше, вот, допустим, 45 строк закрыто? И вот 46-я он ставит э, сюда. Осталось две клетки 46-й строки. Он сюда поставил, и вы должны ставить сюда. А у вас над ним пустое место. Вот, вот могло ли это быть? Ответ. Этого быть не могло. Потому что, потому что, значит, ваша стратегия до этого всегда заключалась в том, что вы выравниваете столбики, вот новые, когда появляются, вы их выравниваете. То есть... Эм, когда он, ну вот, если он здесь поставил, значит, он уже сюда ходил. И тогда, значит, если это предпоследняя, то тогда здесь тоже уже занято, потому что, значит, так, сейчас я, я сейчас объясню, почему. Итак, вот предположим, что здесь предпоследняя. Тогда все остальные заняты, кроме вот этой последней. И это может быть только в том случае, если везде вот здесь наверху тоже все занято. Потому что можно ставить только подряд сверху вниз. Значит, соответственно, здесь тоже занято, и здесь в какой-то момент, соответственно, был сделан его ход его, не наш, потому что нам по закону мы вот такой ход в 99-ю никогда не делаем. Мы делаем всегда продолжая вниз по столбику. Значит, это был его ход, и в этот момент, когда был его ход, да, э, в этот момент, или сюда, или куда-то еще, но ну, в общем, какой-то момент 99 было закрыто, и в этот момент наша стратегия предписывала нам сотую тоже закрыть. То есть вот здесь наступало правило звездочки, и нужно было сотую закрывать. Поэтому это означает, что к моменту, когда он пошел сюда, это нам тоже допустимо как ход. Поэтому мы тоже закрываем ее по сумме, делящейся на 3. Ну и в результате, смотрите, что происходит. Происходит постепенное заполнение столбцов. Здесь мы, неважно как заполняем, как только доходит до того, что какая-то строка она должна быть завершена, они сверху вниз ровно завершаются из-за этого правила постепенно. Мы делаем ее делящейся на 3, то есть непростой. Как число стозначное. Но когда мы вот сюда заходим, мы уже не обращаем внимания на это правило. То есть вот когда мы... А, Дошли до самого низа, мы всегда достраиваем столбец до суммы цифр, делящейся на 3. Всегда. Уже не отвлекаемся. То есть, если вот 99-я строка, 99-е вхождение, мы не обращаем на это внимания, а тоже достраиваем столбец. То есть, вот, вот правило звездочки относится только к вот этому. Здесь уже нет этого правила. Здесь мы просто достраиваем до суммы, делящейся на 3. И дополнительно вот здесь до суммы, делящейся на 3 с помощью цифр 2,4.6. Тогда, внимание, все столбцы мы убили. Все столбцы по, по этой стратегии, естественно, делятся на три сумма. Дальше. Последнюю строку мы э, убили другим методом, э, тем, что здесь стоит четное число. То есть вот этот столбец делится на 3, а здесь стоит четное число, поэтому это число четное. Все предыдущие строки мы тоже убили по, по вот этим вот двум правилам. И осталась только одна строка, которая может, в принципе, оказаться простым числом. Это, конечно, никто никогда не проверит, но это возможно. Но факт то, что она только одна, а цель Вася не допустить двух простых чисел. Соответственно, Вася победил. Ну вот это да. Это да. Это да. Ну и давайте я вам дам несколько задач, что называется, на вырост, и когда-нибудь мы их разберем. А может, сами порешаете, разберете. А может, и я разберу когда-нибудь, где-нибудь. Где-нибудь в Тулуне сяду и разберу. Так, давайте эту красоту я не буду стирать, потому что она великолепна. Так, итак, э, великолепная задача, это первый разнобой, задача номер 4. В ряд стоят 110 фишек. Стоят 110 фишек. Это вообще, я вам скажу, это вообще за первую там минуту у меня не возникло ни одной идеи, как ее решать. Может, я уже дебил, конечно, старый. 50 лет на носу. А когда будет ролик, уже будет, наверное, 50 лет. Но ну, вот так. На, значит, расстояние между любыми двумя соседними равно 1. Костя переставил эти фишки на те же места. Но в другом порядке. Ну, короче, Костя осуществил, говоря научным языком, перестановку сигма из S110, из группы всех перестановок на 110 символах. Но это я начинаю умничать, потому что я не смог решить задачу. От досады, видите, я умничаю от досады. Не смог пока решить задачу и умничаю. Вот, значит, Костя совершил какую-то перестановку этих фишек. Докажите, что какие-то две фишки, находившиеся до перестановки на расстоянии не более чем 10, после перестановки оказались по-прежнему на расстоянии не более чем 10. Такая, как это сказать, невероятная дискретная непрерывность в задачах о перестановках на прямой. Доказать, что какие-то две фишки, на расстоянии меньше или равно 10 остались после перестановки на расстоянии меньше или равно 10. Вот держу пари, что в этой задаче, если 10 изменить, например, на 12, 13 или там 15, в какой-то момент, какой момент будет нерешенная задача. Вот, грубо говоря, вот здесь, наверное, есть какое-то простое решение. А вот если вопрос, там, скажем, верно ли, что любые две фишки на расстоянии меньше или равно там ну сколько, да? Меньше или равно 7, там, да, тоже остались на таком расстоянии. Может уже быть, например, нерешенной математической проблемой. Ну, я не знаю, я не заглядывал. Кстати, интересный вопрос. Кто-нибудь поизучайте, да? Ну, то есть, понятно, что э, если я скажу, что какие-то две фишки на расстоянии 1 обязательно остались на расстоянии 1, то это будет очевидно неверно и строится очень простой контрпример. А вот если взять между 1 и 10 что-то, вот, да. То есть, это, это какая-то дверь в большую науку. Я, я так прям чувствую нутром. Так, еще краше того, следующая задача. 5. Натуральные числа покрасили в два цвета. Это райгородская задача такая. Докажите, что можно выбрать 6 чисел одного цвета так, что если выписать выбранные числа в ряд в порядке возрастания, ну, возможно, между ними будут какие-то еще зеленые там, да? Допустим, красные и зеленые. Вот нужно доказать, что... Э, доказать, что можно выбрать 6 чисел одного цвета, так что если вы выписать их в порядке возрастания, то разности любых двух соседних чисел в ряду будут степенями двойки. Могут быть различными, могут совпадающими. То есть вот это все окажется степенями двойки. Вот все пять этих чисел. Все степени двойки. Разности. Разности все степени двойки. Вот это. Два вкаты, два вльтай, два вертой. 2 в и 2 в т Может быть, L, S, там R. Какие-то из них могут быть одинаковые. Ну, тоже какая-то задача просто на убой. Вообще, выстрел в голову. Тоже сразу совершенно никаких идей у меня не возникло. Я прям, честно говоря, почувствовал себя каким-то слабаком. Так. предельные конструкции мы сейчас поразбираем. Но не сейчас, а в следующем ролике. Так, а я хочу еще вам дать разнобой какую-нибудь красивую задачу. Красивую задачу из разнобоя. Так. Ну, монеты фальшивые. Нет, это, наверное, не очень. Ну, короче, на самом деле тут очень много прикольных задач. Но я сейчас хочу вот завершить вот такой задачей. Четыре внешние одинаковые монеты, Весит 1, 2, 3 и 4 грамма. Это вес внешне одинаковых монет. Это, наверное, простая. Я над ней не думал просто. Можно ли за 4 взвешивания на чашечных весах без гирь узнать, какая из них сколько весит? За 4 взвешивания на чашечных весах без гирь. Узнать, сколько из них, какая весит. Света решила и сдала. А я сразу не соображу, ну, наверное, там, ну, я даже я понимаю, какой будет первый ход, но сейчас вам говорить не буду. Вот, вот такие замечательные задачки, такие замечательные задачки решайте, когда-нибудь разберем, когда-нибудь разберем. А пока, до новых встреч, Маткуль, пока.